Меня иногда спрашивают, как переводится велосипед в мини-купере. Огромный велосипед, это Нанер, на мой рост 190. Оба колеса снимаются, велосипед вот таким образом размещается. Еще личные вещи сюда влезают и прекрасно переводится. Правда, сделаю ремарку, для облегчения, для участия в автомобильных соревнованиях здесь снято заднее сиденье, соответственно, чуть больше места, чем со сложенным диваном. Вот таким образом я езжу на многочисленные велосипедные соревнования.